Hi guys, hello my dear friends, this is my channel Vasya in the Hay. My name is Sergey. Please support my channel, subscribe to my channel, this is the biggest help from you guys. I want to tell about Jogi for new viewers who watch our channel for the first time. As you know, friends, Jogi lives in an abandoned Russian village and lives very poor. So he has a very small pension. For this money is unreal to buy any car. Jogi soon his birthday. I decided to give him a car because from the village to the nearest store, Jogi have to go almost 10 kilometers. I think it will be a great idea. My friend who often helped me, this idea was supported and we both decided to give Jogi a car. I don't want just give Jogi a kiss and tell Jogi this is your car, happy birthday. No, this is very boring. I really want him to remember his birthday for a long time, so we play a little prank on him. Качество, что он вот так вот делает. Может, без понижай, без силы. Прикаешься на брови. Ну ладно, короче, подумай. Давай, давай, если что. Да, я думаю, подумай. Честно, конечно, может быть, технически исправна эта машина, да, вариант неплохой. 2008 год, но вот внешне она ужасно выглядит и все-таки. Встречают по одежке, как говорят, и Джоги, если увидит такую машину ушатанную, обгрызанную какую-то всю, нет, это будет не то, этот вариант точно нет. Все, здесь капот крашеный. Ну и видно было, что удар здесь был в морду. Хотя в объявлении все было иначе. Не хочется с битыми машинами как-то иметь дело. Друзья, мы приехали на стоянку. Здесь у них есть неплохой вариант. Сейчас мы его посмотрим. Вот это, да, не его получил? Состояние отличное. Ага. Можете посмотреть его. Серебристое. Угу. Цена? 45, да? Сейчас посмотрим с виду, проверим лакокрасочное покрытие, что здесь красилось, не красилось. Пробег 151 тысяча, 2005 год. Количество владельцев 2. Это достаточно мало для этого года, 2 владельца. Есть небольшие жучки вот здесь, вот, ну это... Ничего страшного. Один. Ну, 102. Задняя крышка тоже не крашена, и это, конечно, радует. Салон здесь просто в идеальном состоянии. Здесь было всего 2 владельца и 2005 год. Смотрите, ребят, сами. Не прокурено, ничего. Чистенький салон. И главное сейчас... Мы прокатимся, сделаем небольшой тест-драйв, послушаем, что хрустит, что не хрустит, что гремит. Вот. И после этого надо будет загнать на подъемник. Нормально едет вообще. Задние тяги и все. То есть, а вот запотевание, подтеки там ничего? Нормально. Ну что, друзья, все отлично. Сейчас едем забирать машину. Друзья, это мой друг Андрей. Мы вместе с ним в складчину решили подарить Джоги вот этот автомобиль. И немножечко мы сейчас расскажем о наших планах с этой машиной. Сейчас Андрей будет ее забирать. Ты, кстати, давно ездил на механике вообще?
Ну ладно, ничего. Я думаю, он доедет. В общем, Андрюха сейчас поедет в деревню к Джоге, и там будет нас ждать. Сегодня мы проведем целый день с Джоги, катая его, там, съездим в ресторан, потому что у него день рождения сегодня, вот. И обратно, когда мы будем ехать, он не, я надеюсь, он ни о чем не будет подозревать. Ну, мы сделаем такую некую постанову. Серега да. в курсе, я в курсе. И да. типа я так перекрою дорогу. Да. И Серега скажет, что происходит. Да. Ну, я скажу группе. Ну, узнаете. Так. Сейчас мы посмотрим. Друзья, мы приехали к Джоге, я ему позвонил, он сейчас должен выйти. Сегодня у нас запланирован очень насыщенный день, я даже немножечко волнуюсь, главное, чтобы у нас все получилось. Джоги, привет! Привет, привет! С днем рождения тебя! Спасибо большое! Сколько тебе исполняется, расскажи? 62 года. 62 года? Да. Обалдеть. Да. Ну вот выглядишь ты на 42, я тебе скажу. О, как хорошо, я молодец. Ну что, готов в город ехать? Готов. Джоги, догадываешься, для чего мы едем в город сейчас? В город? Да. А пока не знаю. Ну, мы сегодня запланировали сходить в какой-то хороший ресторан. А? Давно ты был в ресторане, расскажи? Ага, я вообще не знаю, что давно не был в ресторане. Я человек колхозный. Магазин у тебя далеко от дома? О, далеко, 20 километров. 20 километров? Да. А как ты в него? Трудом, из дома пешком до остановки. И ждать маршрутки вообще, не знаю, бывает час один маршрутки. Народ, наверное, 2 часа ждет. Иногда бывает маршрутки вовремя. Иногда убирают на расписание. Поэтому придется иногда ждать там 3 часа, 2 часа. Это очень тяжело. Спасибо. Джоги, давай вот рассказывай, что ты хочешь попробовать. Картошка так. С грибами. Грибами. И потом внутри было бы это сыр. Мне кажется, это хорошее блюдо. Да? Да. Давай попробуем. Может, мясо еще какое-нибудь? Может быть. Или курица, или мясо в горле. Что-то. Ну, по-русски было. По-русски. Да. Курица и грибы, как раз, еще что есть. Но просто цена 540 рублей, ничего. Джеки, у тебя день рождения, поэтому вообще на цену не смотри. Не смотрю будет, вообще, да. Я вообще буду закрывать глаза. Все. О, какой слепой. На продукты буду смотреть. На продукты буду смотреть. В общем, ребят, мы пересели сюда, потому что там надвигается ураган, по-моему. Интересно. В Африке обычно мы готовим из кукурузы мука, которая делает какая-то манная каша. Я готовлю вместе с курицей, с рыбой. Это на каждый день? Это почти каждый день. А в основном это мы ставим это бананы всякие и что случилось? Это не из твоей деревни, товарищ? Нет, я его не знаю. Его не знаю. Пьяный что ли? Не знаю. Пойдем, выйдем, что он хочет. Куда ехать? Нам надо проехать, мы тут просто снимаем блок. Не частная уважаем. Территория. Вдруг нам проехать бы нам... Нет, уходи. Это твоя машина? Нет, не моя машина. Вот эта машина? Не моя. Твоя? Нет. Тихо, не кричи так.
Как не кричи, он перекрыл дорогу, все деревни не может попасть домой. Че не кричи, я буду орать, ну сколько хочу, ты мне никто не укажешь. Ты че, это твоя машина? Я тебе не спрашиваю, утверждаю, твоя машина? Это не его машина. Я утверждаю. Это... Успокойся. Это... Вы можете отличить, что такое утверждение и вопрос. Утверждаю, это когда говорю, твоя машина. Нет. Твоя. Нет. Это твоя теперь машина. Нет. Пошли. Твоя. Джоги, это розыгрыш. Друзья, это его теперь машина. Джоги, мы знакомы. Мы тебе дарим тачку, это мой мы друг. Мы знакомы. Меня Андрей зовут. Это мой друг, да. Прикол! Ну, рано, спасибо. Мы купили тебе машину, Джоги. Правда? Мы купили тебе машину. Удивительно. Удивительно. Это просто сюрприз. Это машина твоя. Хорошо. Мне кажется, не ну, правда? Скажи, он говорит правда. Я тебе серьезно говорю. Это мой друг, Джоги. Это мы решили тебя разыграть. Почему я давно его не видел? Это мой друг. Мы просто, ну, редко с ним мы видимся. Мы решили тебя разыграть, он все придумал. Большое спасибо, да. Большое спасибо. Эту машину мы купили тебе. Для меня? Купили ее. Это тебе. Не просто, не прикол, купили. Держи. Настоящему, вот твоя большое машина. Большое спасибо. Там документы, все, мы все большое оформили. Спасибо. Пойдем посмотрим. Пойдем, пойдем, покажем, это реально твоя машина. Твоя это машина. Удивительно. Мы с Андрюхой, выбирали именно, чтобы ты смог ездить зимой. Потому что мы знаем, как тебе проехать. Да, очень трудно. Ты, очень по-моему, трудно. Вот через это поле как раз и ходишь. Да, да, да. Да. Вот. Самое главное из машины забрать мое. Да, спасибо. И посмотри, пожалуйста, внутри, как, потому что выбирали, это здесь все на ходу, еще не прокачивается. Ладно, посмотри. О, красота! Тихо, тихо. Нормально. Тормоз знаешь где, да? Да. Все, езжай, езжай, езжай. Езжай, давай. Все, отлично. Джоги все-таки не потерял свой навык. Отлично. Кайф, Джоги. Знаю, не потерял, не потерял. Молодец, давай теперь чуть-чуть притормозим. Попробуй. Да, отлично. Газку. Нормально, она будет тянуть хорошо. Сегодня вообще у меня день рождения такой хороший. Да. О, дорогие ребята. О, я не знаю вообще. Когда я родился, это вообще такой день, но мне непонятно. Я рад, что теперь появились все новые друзья. Не только Сергей, еще. Еще. Давай, Сергей, я очень рад, что тебе все понравилось. Да, очень рад, я тоже очень рад. Ворота. Не хватает, по-моему, да? Или еще не хватает? Прямо пойдем. Прямо. 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 Guys, thank you very much for support our channel. If you like what we do, you can help our channel. All information you can find in subscription. Please share my video, please subscribe to my channel. This is a big support for you guys. Be safe, guys, and goodbye.